Значит, дело в том, что я хотела задать вопрос вам, уважаемые мужчины. Что вам конкретно вообще нужно от женщины? Вот она сидит перед вами, красавица, губки-то у нее аромат, и грудь-то у нее пышет. Господи, а пальчики-то у нее какие-то. А что у вас вообще в мозгах, когда вы на женщину смотрите? Вот вы вообще о чем думаете вообще? Что нужно от женщины вам конкретно? Я вот всегда понять хотела. И до сих пор не могу понять. Вот мне понятно. Я абсолютно четко могу объяснить, что мне нужно от женщины. Вот абсолютно четко могу объяснить. Мне нужно, чтобы мужчина дорожил тем, что я ему даю. А даю я ему, поверьте, немало. И так каждая женщина. Так, ладно. Так что подумайте и решите, что нужно от женщины конкретно. Составьте список. Я прочту. И поставлю вопрос. Найду нужно.